Кто сказал, что гречка – это всего лишь гарнир? Попробуйте приготовить гречку по-боярски, и вы поймете, что это не так. Рекомендую простой рецепт приготовления гречки по-боярски. Не знаю, почему такая гречка называется именно по-боярски, но название подходит. Сытное и вкусное блюдо с маринованными грибами и копченостями действительно должно быть боярским кушаньем. Для приготовления гречки по-боярски я беру маринованные шампиньоны, копченую колбасу, можно копченую курицу, и парочку яиц. Смотрим далее рецепт. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Лук порежьте мелкими кубиками. Копчености, кубиками среднего размера. Промойте маринованные грибы от лишней жидкости. Сначала обжарьте лук с копченостями, потом добавьте к ним грибы, обжаривайте минут 5. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Яйца отварите вкрутую и натрите на терке. Гречку отварите. Зелень, например, укроп, промойте. Отварную гречку перемешайте с обжаренными грибами и копченостями, можете еще пару минут на сковороде прогреть. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Гречка 1 стакан, лук 1-2 штук, яйцо 2 штуки, грибы 200 грамм, копчености 100 грамм, специи, зелень, по вкусу, количество порций 3-4. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Друзья, до новых встреч!